вы меня легко узнаете. Где здесь метро? Привет, друзья, с вами Типа СМИ, и мы сегодня проведем лайт-пранк на улицах Севастополя. Не, ну а что вы ругаетесь? Можете подъехать и забрать деньги. Да вы меня легко узнаете. Да, серая кофточка, джинсы. У меня в руках красная папка. А вы уже здесь? Да, подходите, я вас жду. Угу. У меня хвостик. Да, хвостик на голове. И черная сумка. Да, вы меня увидите. Да, сейчас мы отдадим вам деньги, вы не переживайте, не надо так кричать. Угу, спасибо. Жду. Да, подходите на Графскую пристань, я в синем платье и сумкой-шарфом. Да, с голубым. Да, я на Графской пристани, да, с мужем. Я в цветочек платьишко. Да, муж с фотоаппаратом. Да подходите, он вам сейчас деньги вернет. Да, все деньги вам вернут. У меня платье в цветочек, а муж с фотоаппаратом в шортах. Метро, знаете где? А здесь вообще метро есть? Ну вот здесь на карте показано, вот смотрите, что есть. Где здесь метро? Мы не знаем, мы невестные. Мы невестные, не знаем. Так, во-первых, где мы? Где мы, да, для начала. Вот мы на кнопку, мы вот здесь находимся. Ого, так далеко. Зачем они так далеко сделали метро? Да, вам тогда брать такси и только так. И что мне, наверное, будет удобно. Ну, наверное, красиво здесь. А, метро? Да. Я не думаю. Самое красивое в Москве и в Питере. Да? Да. Можно, да, погладить? Конечно, любите. Ой, это что, синтетика у вас? А, лошадку погладить. А, лошадку можно погладить? Я думала, вас можно погладить. Нет, можно лошадку. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить дружеские лайки.